Лучшие педагоги страны высадили несколько десятков дубов. Акция символична, а параллель с процессом обучения очевидна. Учитель взращивает в детях интерес к наукам, а питать ее может только любовь преподавателя, уверена Ирина Храмова, учитель английского языка из Новороссийска. Педагог в профессии уже 16 лет. Говорит, за это время подход к ученикам кардинально изменился. Сейчас на уроках практикуют интернет-квесты. Сейчас дети более современные, они применяют новые технологии, они все в гаджетах, в электронных, в телефонах, и поэтому, конечно же, приходится подстраиваться и применять информационные методы. Более 1000 лет практики – это общий трудовой стаж участников «Учителя года 2017». В Сочи впервые за время проведения конкурса съехались представители всех регионов России. Мы один из самых крупных регионов в стране и по количеству учебных заведений, по количеству учащихся, поэтому, когда на нашей территории обсуждаются профессиональные темы, для нас это очень важно, очень знаково. И, конечно, мы очень много для себя здесь почерпнем. На церемонии открытия с напутствием коллегам обратился победитель прошлогоднего конкурса «Армавирец» Александр Шагалов. Благодаря ему учитель года на этот раз проходит в Краснодарском крае. Педагог уверен, что любовь к предмету начинается с интереса к преподавателю. Если учитель искренне любит свой предмет, вдохновением о нем говорит и может вызвать своим словом слезы у детей, вызвать эмоции, заставить задуматься, то такого учителя, такой урок будут уважать и будут любить. Проекты педагогов будет оценивать жюри. В его составе 130 человек. Это учителя, ученые, члены родительских объединений и даже школьники. Конкурс прежде всего необходим для того, чтобы ты сверил все то, что ты умеешь и знаешь, с тем, что умеют и знают твои коллеги. Это площадка для обмена опытом, для того, чтобы узнать те новые практики и методики, которые есть, да и в целом увидеть все то, что происходит, наверное, в каждой школе каждого субъекта Российской Федерации. По словам организаторов, конкурс помолодел. Средний возраст участников 36 лет. Абитуриенты все чаще выбирают профессию педагога. Чтобы доказать свой профессионализм, участники на протяжении 10 дней будут проводить открытые уроки и семинары. Два тура пройдут в Сочи, финальный этап в Москве. Там же 5 октября, в День учителя, состоится награждение победителей. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.